Праздник Успения Пресвятой Богородицы отметили и на Брянщине. Престольное торжество в Успенском соборе Свенского монастыря возглавил митрополит Брянский и Севский Александр, совершивший здесь божественную литургию. Несмотря на рабочий день, в праздник Успения многие прихожане собрались на соборную молитву «Возрожденный Успенский собор», главную святыню знаменитой Свенской обители. Величественный храм был взорван в 1930 году, а сейчас завершается его воссоздание. В настоящее время ведутся работы по штукатуриванию наружных фасадов. Я сегодня пришла именно в этот день сюда, потому что такой огромный праздник, и хочется прийти в место, которое намоленное и которое благоговеет своим и деяниями, и молениями, и молитвами. Служба очень благодатная, вот, и наставление батюшки очень благодатное. Поэтому вот после службы вышел и чувствую, что ты заново родился, что на небе действительно радость от Успения Божьей Матери. По окончании литургии в честь престольного праздника владыка Александр возглавил торжественный крестный ход вокруг святой обители, которую окружает старинная монастырская стена длиной 777 метров. В молитвенном шествии, прославляющем Божью Матерь, участвовало множество людей. Господу помолим сердцем всем. В завершении крестного хода у святой плащаницы с изображением Успения Божией Матери было совершено славление празднику, после чего архипастырь поздравил молящихся с торжеством Успения. А как бы нам хотелось с вами, дорогие братья и сестры, вот так же пережить вот такое Успение, которое пережила Божия Мать. Что такое Успение? То есть погружение в сон. И мы ежедневно просим Бога подать нам мирную, безболезненную христианскую кончину. И подать нам добрый ответ дать Богу, когда мы пред Ним предстанем. Празднование завершилось традиционной монастырской трапезой, на которую были приглашены все желающие.